Всем привет! Сегодня поговорим, как настроить стрим с консоли без использования карты захвата. Стримить можно на такие площадки, как YouTube или Twitch. Давайте для начала запустим консоль. После запуска консоли выбираем пользователя. Теперь выбираете игру, которую будете транслировать на сторонние площадки. А если видео вам понравится, подпишитесь на канал и поставьте лайк, это помогает продвижению канала. Буду очень благодарен. После того, как игра загрузилась, на геймпаде нажимаем кнопку «Поделиться». После того, как клавиша нажата, появляется меню для настроек трансляции и записи. Переходим в настройки трансляции. Выбираем площадку, для которой будет производиться трансляция нашего изображения. Разберем на примере площадки YouTube. Нажимаем «Привязать учетную запись». В данном пункте указываем телефон или электронный адрес от вашего Google аккаунта. И вот тут на этом этапе у нас возникают проблемы, что отключены файлы куки. Мы переходим в справочник и видим, что настройки здесь указаны только для компьютера, Android или iOS. Давайте разберем, как этот пункт настроить на консоли. Выходим в главное меню, переходим в настройки, выбираем пункт «Система» и листаем в самый низ «Веб-браузер» и включаем первый пункт «Разрешить файлы куки». Теперь мы можем вернуться в главное меню, выбрать нашу игру, нажимаем на геймпаде кнопку «Поделиться» и переходим в трансляции. Также выбираем площадку, привязать учетную запись, вводим логин и пароль от учетной записи Google, подтверждаем на телефоне, если привязка включена, и выбираем пользователя. Соглашаемся с политиками безопасности, и привязка успешно завершена. Переходим в меню трансляции и видим, что мы можем уже начинать прямой эфир. Здесь мы можем ввести название, описание и теги, выбрать дополнительные настройки и нажимаем прямой эфир. Начинается трансляция. Трансляция успешно запущена. После того, как трансляция на консоли запущена, вы можете запустить творческую студию на вашем компьютере и изменять настройки. Это более удобно, чем вводить все данные на консоли. Здесь также доступны некоторые функции, которые вы не можете изменить на консоли. Например, загрузить обложку вашей трансляции. После внесения и изменения настроек, после того, как вы это сохраните, все изменения синхронизируются с консолью. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии. До новых встреч!